А побывали мы на праздничном утреннике в детском саду «Чебурашка». Воспитанники подготовительной группы «Забава» приготовили для своих мам настоящий концерт. А помогали им верные наставники-педагоги. В нашем детском саду и в нашей группе «Забава» прошло замечательное мероприятие, которое посвящено Дню Матери. Цель нашего праздника – любить и уважать своих матерей. Ребята читали трогательные стихи, пели песни и исполняли красивые танцы. Вместе со своими мамочками поучаствовали в интересных шуточных конкурсах и эстафетах. Праздник удался на славу. Я свою маму очень люблю и хотела донести только одни радости своими песнями и танцами. Я хотела маме подарить радость и уважительность. Самое главное, что подготовленный подарок понравился виновницам всего торжества. Мероприятие очень понравилось. Хотелось бы сказать большое спасибо Валентине Стефановне, нашему музыкальному руководителю, за то, что она это организовала. Также хотелось бы сказать спасибо Вере Михайловне, Ирине Николаевне, что они совместно подготовили такой замечательный праздник для нас, для мам. Все было очень хорошо. А так бы хотелось, наверное, поздравить всех мам с этим замечательным праздником, пожелать всем здоровья, любви и всего самого хорошего. Завершился праздник вручением подарков мамам, сделанными собственными руками детей.